27 октября в Туркменистане отмечается День независимости республики. И в честь данного национального праздника в БГПУ имени Тахидзина Акмуллы был проведен торжественный концерт. В вузе обучается большое количество иностранных граждан, в их числе и студенты из Туркмении. Проректор по учебной работе Алмаз Мустаев выступил со словами поздравления. Мы рады, что вот в этом смысле педагогический университет становится настоящей кузницей кадров для Туркменистана. Надеюсь, что вы все отучитесь, получите образование, кто-то из вас пойдет в магистратуру. И я бы очень хотел, чтобы некоторые из вас и аспирантуру закончили, защитились, да, чтобы и научные кадры получал Туркменистан из педуниверситета. Это очень символично, потому что на самом деле именно так через образование формируется дружба между народами. Самым активным вручили благодарственные письма за помощь в адаптационной работе иностранных студентов, за участие в культурно-творческой и иной деятельности, проводимой в университете и республике. У нас в университете обучается около 97 иностранных студентов из республики Туркменистан. Данный концерт проводится ради сплочения иностранных студентов, для их адаптации, для того, чтобы российские студенты познакомились с культурой, с кухней, с традициями республики Туркменистан. Со словами поздравления выступил также и председатель региональной общественной организации Туркменский национально-культурный центр республики Башкортостан «Единство» Сапармурат Шанглиев. В этот праздничный вечер гостей мероприятия погрузили в атмосферу Туркменистана. Наглядная презентация и интересные рассказы о природе, традициях и культуре республики. Туркменская музыка, стихи на национальном языке и танцы. Была проведена и лотерея. Любой участник мог выиграть приз – блокнот, кухонные принадлежности, настенные часы или наушники. Для нас этот праздник очень дорогой, потому что это День независимости Туркменистана. И я благодарен за то, что вот такую возможность дали нам. И я очень рад за то, что мы отмечаем вот именно в России, именно в нашем вузе этот свой День независимости Туркменистана.